Истребители и транспортные самолеты США прибыли на Украину. Самолеты ВВС Америки примут участие в учениях «Чистое небо» 2018. Самолеты ВВС США F-15, Sea Eagles и C-130J Super Hercules доставлены на Украину, сообщает американское посольство в Киеве через соцсеть Facebook. По словам представителей посольства, самолеты будут использоваться в учениях, цель которых – укрепление мира и безопасности, передает РТ. Военные учения «Чистое небо» 2018 состоятся с 8 по 19 октября. Все запланированные мероприятия пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях. Об этом пишет агентство Nation News. На этом все. Канал Полигурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.